pleasure to welcome everyone in Dubna at the Joint Institute for Nuclear Research. We begin today the fifth roundtable, Italia-Russia, at Dubna. This was the name that we gave to this series of roundtables, but the big news this year is that the roundtable has become triangular. This year is Italia, Russia, Francia, Russia, Paruski, at Dubna. The topic of this roundtable this year is the frontiers of mathematical physics, where I think the scientific communities of these three countries are prominent in the world. Господин Наташа, скажите, вот у нас возник вопрос одновременно у журналистов здесь присутствующих. Вы и дипломатические функции выполняете, и являетесь еще и профессором, насколько я понимаю. Да? Как удается совмещать науку и дипломатию? Ну, я вам объясню. Значит, у нас в Франции, во французских посольствах в мире есть несколько стран, в которых есть отдельный отдел по науке и технологиям. И это эти 10 стран, в том числе и Россия, но в этих отделах не работают дипломаты, ну, самые дипломаты, а именно люди из науки, которые здесь на контрактах 2-3-4 года, и поэтому я нахожусь теперь в этом отделе в России, но по профессии я математик. То есть тема вам близка, да? Можно тогда спросить, ключевые моменты? Впервые Франция участвует вот в этом круглом столе, насколько я понимаю? Я, наверное, не первый француз, но это первый раз, когда Франция участвует в качестве страны-организатора в этом круглом столе. Почему сегодня Франция стала участвовать как организатор? На самом деле это идея Пьетро Фре, который работает, который советник по науке в итальянском посольстве. Он очень любезно предложил Франции, чтобы Франция стала тоже организатором этого круглого стола. В чем интерес Франции, собственно говоря, в участии вот в таких вот проектах, как сегодня проходит в Объединенном институте? Ну, вы знаете, что Франция имеет очень тесные уже отношения с Объединенным институтом. И на самом деле есть такой институт во Франции, ИН-2П3, институт ядерной физики и физики частиц, который уже 40 лет сотрудничает с институтом. Будет скоро даже встреча между ИН-2П3 и Дубны. И, ну, поэтому это сегодняшний круглый стол – это еще один знак интереса Франции к институту. Поэтому я считаю, что это тоже важный момент. Скажите, пожалуйста, вот язык формул, да, прекрасен, да, а его можно вот в какие-то образы привести? Формулы сами есть образы, понимаете, это, да, ну, художник рисует какие-то картины, значит, ну, какие-то свои символы, музыканты пишут ноты, а мы вот пишем формулы. И мы ровно такие же творческие работники. Когда говорят, что есть ученые и творческие работники, я это очень люблю, потому что вот писать формулы – это тоже творческая работа. К сожалению, ее меньше понимают, меньше народы понимают. Ну, наверное, это и невозможно, чтобы понимал. Ну, нет, профессионалы понимают, вот те, которые сидели, да, но нужно быть профессионалом. Да. Скажите, пожалуйста, вот физика – экспериментальная наука, да? Да. Создается иногда впечатление, что вот теоретики, экспериментаторы, практики, да, будем говорить, они толкаются. То одни выйдут вперед, что-то откроют, и нужно это описать, то наоборот математики что-то.
предскажут существование, а потом физики это подтверждают. Ну, история физики, скажем, 19 века, она была ровно такая. Значит, делались эксперименты, потом вот Фарадей крутил рамочку в магните, а потом Максвелл писал уравнения, потом, значит, снова начинали применять динамомашины и так далее. Вот, значит, от эксперимента к теории, потом к практике. Но в настоящее время это уже труднее, потому что в теории элементарных частиц, я имею в виду вообще физики высоких энергий, которыми вот мы занимаемся с разных точек зрения, это уже труднее, потому что нужны огромные машины, нужны тысячи экспериментаторов, и, так сказать, это уже команды. А теоретик все-таки, или матфизик, он может работать один, или там в компании трех человек. И вот иногда и предсказывать до того, как был эксперимент. Но, конечно, самый классический пример – это теория Эйнштейна, когда он придумал теорию тяготения до того, как были хоть какие-то экспериментальные указания, что они правильные. Но такого везения пока особенно нету. Но вот многие надеются, что теория струн тоже будет, так сказать, сначала создана теоретически, а потом она уже начнет получать применение. Но ближе к реальности все-таки сейчас нам надо как следует понять стандартную модель, что у нее останется, что у нее уйдет, как вообще на самом деле работает квантовая хромодинамика. И вот эти вопросы, которые, конечно, требуют очень хорошей математики. Вот многие говорят, что с открытием Хиггса, да, бозона Хиггса, стандартная модель будет завершена. И что дальше? Ну, во-первых, по-моему, еще на 100% они не уверены, что они нашли того Хиггса, который есть в стандартной модели. Так что, может быть, будут и какие-то другие интерпретации. Во-вторых, ну, что-то вроде Хиггса все равно останется, потому что нам надо понять, как появляются массы вот этих W и Z бозонов. Но в то же время вот уже в теории это слабые взаимодействия, электромагнитные взаимодействия. А есть еще теория сильных взаимодействий, где используются безмассовые поля Янга-Нильса. А тем не менее возбуждение у них массивное. И вот как масса появляется по-настоящему в теории Янга-Нильса без массивного параметра, заранее положенного, это очень интересная вещь. Это замечательная математическая задача. Она странным образом положена теперь и в список 7 знаменитых задач тысячелетия Институтом Клея. И вот это задача, которой молодым людям хорошо позаниматься. Но это трудно. То есть перспективные такие направления, яркие они есть, безусловно. Да. Скажите, пожалуйста, анонсировано и, пожалуй, уже свершилось, да, Россия стала ассоциированным членом ЦЕРНа, да? Ваше мнение, плюсы, минусы? Ну, мне кажется, было очень неестественно, что Россия не была в ЦЕРНе. Это для ЦЕРНа сделано так много. Вы знаете, что металл для компьютера и низкотемпературные объекты, все это делалось здесь. Когда я был в Мюнхене, скажем, в лаборатории, которая делала Атлас, детектор, один из больших детекторов для коллайдера, там работал только русский механик, отсюда из Серпухова. Там только русский язык был. Вот из трубочки они делали, и так все. Так что сотрудничество на уровне людей очень большое. Теперь, если оно оформлено формально, то это очень хорошо. Тема моего доклада в основном относится к сильным взаимодействиям. А для сильных взаимодействий присутствие Хиггса действительно несущественно. Хиггс – это существенно для слабых электромагнитных взаимодействий. Вот без него абсолютно не существует теории. А для сильных взаимодействий ее тоже не существует, но Хиггс здесь ни при чем, по другим причинам. А вот скажите, вы говорите, вам не все равно, да? Есть он или нет? Нет, безусловно. Но это вообще очень не все равно для всей физики, потому что Хиггс все-таки вот это источник, это модель слабых электромагнитных взаимодействий, перенормируемая, массивная, с должной симметрией, основана на механизме Хиггса. Ну и если его нет, такого, вот, как, хотя вроде бы его видят в ЦЕРНе, но не знаю, пока еще 100% уверенности в этом нет. Тогда, конечно, надо теоретикам большая работа предстоит, как объяснить все явления. Не то, чтобы все сначала надо начинать. Дело в том, что многое
Ну, можно предположить много механизмов Хиггса на самом деле, но самый простой, самый элегантный механизм, вот это тот, который был предложен в работах Хиггса, Англера и Брута, вот, и, конечно, очень не хотелось бы, чтобы его не было. Скажите, пожалуйста, если вы уже о ЦЕРНе заговорили, Россия стала ассоциированным членом этой организации, ваше мнение по этому поводу? Ну, я считаю, что, ну, на самом деле Россия всегда участвовала очень активно в экспериментах в ЦЕРНе, и в частности в конструкции детекторов, которые составляют, в общем, едва ли не основную часть эксперимента. Русские ученые очень сильно участвовали, в этом смысле не очень сильно меняется положение от того, что Россия стала ассоциированным членом, но тем не менее, я думаю, что это шаг в очень правильном направлении, потому что, конечно, будущее науки, ну, вот в такой международной кооперации, и я думаю, что это шаг в очень правильном направлении. А вот для наших, да, ученых, для наших физиков, да, для наших математиков, электронщиков, компьютерщиков, вот это, что это даст? Ну, это даст следующее. Ну, во-первых, вы знаете, что это было и раньше, но это будет просто, как говорится, легче и законодательно оформлено. Значит, многие лаборатории наши участвуют в деятельности ЦЕРНа, но это всегда требует денег, конечно. Но участвуют как? А денег у нас, как вы знаете, довольно мало. Поэтому они участвуют тем, что они делают какие-то приборы, хорошие очень приборы, за меньшую цену. И получается, что они не только тем самым окупают вклад России, но еще и зарабатывают кое-что на этом. Ну, это заработок не очень большой, конечно, я думаю, что денег было бы не худо на науку побольше давать, но тем не менее это, безусловно, вот такой путь развития науки, а потому что иначе будет смерть, иначе просто наука погибнет, если не будет таких контактов международных, ну и изоляции, да, тем более вот я преподаю в университете, и я знаю, что молодежи сейчас довольно мало, потому что молодежь, ну, она идет в более перспективные, как говорится, области с точки зрения именно карьеры. Вот. Ну и это просто будет означать смерть науки. Так что я думаю, что это шаг в очень правильном направлении, и я его всей души поддерживаю. Вот итальянская сторона сегодня, да, которая всегда участвует, вы впервые участвуете, и да? В этой, да. Вообще-то да. Я в Дубне много раз был. Я понимаю, вот в круглом столе впервые, да? Да. Вот они говорят, что, по их мнению, два сильнейшие школы в мире – это русская и французская. Да? Вот Франция присоединилась к этому. Насколько это правильная оценка итальянской страны? Ну, как вам сказать? Дело в том, что, нет, безусловно, и российская, и французская, в матфизике именно, ну, они, значит, они делали некие, так сказать, оговорки, вот именно что в матфизике. Исторически, конечно, это были очень сильные школы. Ну, российская школа, конечно, понесла большие потери за счет того, что многие ученые сейчас работают за границей. Ну и причем не только старшего поколения, но даже и молодые. Вот, скажем, здесь среди участников вот есть человек, который работает в нашем институте, но еще работает во Франции. Ну и, конечно, он получает, зарабатывает деньги, наверное, там. Хотя у нас тоже зарабатывает. В общем, я думаю, что это правильная оценка, хотя, ну, нельзя, конечно, скидывать со счету, скажем, американскую матфизику, она тоже очень сильна, в частности, за счет эмигрировавших туда ученых, да. Ну, в общем и целом, я согласен с такой оценкой, да. Но вот вы говорите, не худо было бы денег давать на науку, но вот зачастую, насколько я понимаю, да, математика, когда она заканчивается расчеты чего-то практического для создания каких-то материальных благ, да, а то, что идет выше, ну, непонимаемо это, и считается, наверное, ненужным и бесполезным. Понимаете, я думаю, что это некоторое заблуждение. Но вот известно, что, скажем, 19 век такой вот, в общем-то, неплохой век во многих отношениях. И была создана теория электромагнетизма. Ну, трудами таких ученых, как Максвелл, Фарадей, ну и целый ряд других. Вот представляете ли вы сегодняшнюю технику без теории электромагнетизма? Известно, что вот впервые, когда радио, скажем, делали, то Герц сначала, потом Попов передавали, в первую очередь именно основывались на теории Максвелла. Лазеры, когда делали, тоже основывались на теории, ну и уже эйнштейновское развитие теории Максвелла. Так что, ну, невозможно разделять вообще прикладную науку и фундаментальную.
И действительно, фундаментальная наука может быть иногда непонятна непосвященным. Но это не, как говорится, все мы пользуемся плодами этой науки. Вот компьютер, развитие микроэлектроники, это все плоды этой науки. Вот нанотехнологии, о которой много говорят, это же все плоды этой фундаментальной науки. Поэтому просто нелепо, мне кажется, противопоставлять одно другому. Скажите, пожалуйста, все-таки создается впечатление, что иногда физика экспериментальная наука, да? Вот насколько коррелирует она с теоретическим, ну, теоретической физикой, да, с математикой все-таки? Вот иногда складывается впечатление, что экспериментаторы с теоретиками толкаются. Кто-то вперед одни выйдут вперед, другие в другое время другие выйдут. Ну, я не знаю, что вы вкладываете в эти слова. Нет, действительно, кто-то всегда развитие происходит так, что кто-то выходит вперед, кто-то отстает, это верно. Но, с другой стороны, если, допустим, не было бы экспериментальной физики, то уверяю вас, что не было бы и теоретической физики. И наоборот. Потому что я знаю, как говорится, по примеру, и Дубны, и вот Серпухова, Протвино, что экспериментаторы очень ждут от теоретиков каких-то подсказок, направлений даже, в каком направлении работать. Так что это две стороны одной медали, которые невозможно разделить. И я думаю, что и та, и другая наука, хотя кто-то выходит вперед, это правильно, совершенно на разных этапах, должны развиваться вместе. А вы от экспериментаторов, как математик, ждете чего-то интересных идей, безусловно, задач? Безусловно. Прежде всего я жду окончательного ответа на вопрос, найден Хиггс или нет, мезон Хиггса. Это вопрос, который меня очень волнует. Ну, говорят, в этом отношении некоторые говорят, все, конец физики. Нет, это неправда. Вы знаете, я хочу привести пример, который я приводил в своей статье даже. Когда Макс Планк, такой был немецкий ученый, вот он кончал в 19 веке, в конце 19 века, кончал университет и сказал своему профессору, которого слушал лекции, что он хочет заняться теоретической физикой. На что профессор ему ответил: ну что вы, молодой человек, вы вроде бы способный человек, теоретическая физика кончилась, все, что осталось, это вот, ну, рассчитывать что-то, так сказать, какие-то эффекты. Ну, известно, что Макс Планк был создателем квантовой механики, на которой мы живем до сих пор. Так что я думаю, что это то же самое. Хиггс? Нет. Если действительно выяснится, что найден действительно мезон Хиггса, ну, весьма вероятно, может быть, то, например, останется проблема конфайнмента, то есть невылета цвета. Мы наблюдаем только бесцветные состояния. Но никакой модели хорошей нет этого. На больших суперкомпьютерах действительно вроде бы так получается. Но это не доказательство, понимаете? Не модель. Есть модели, опять же. Модели-то есть, но нет последовательной теории. Так что, например, вот это останется проблема. А еще многие говорят о темной материи, да, из которой Вселенная наша состоит. Ну, это само собой, да. Но я, к сожалению, плохо. Ну, темная материя как раз это ничего, это более-менее понятно. Это просто материя, которая не светит. Ну, неизвестно, что это такое, это верно, но это вопрос для науки. Вот темная энергия – это гораздо менее понятный для меня объект, но, тем не менее, говорят, что ее еще больше, чем темная материя. Вот. И я думаю, что тут мы просто находимся в начале пути, что называется. Но это все надо исследовать, конечно. И сейчас, кстати, очень многие этим занимаются. Так что я думаю, что вопросов на наш век еще хватит и нашим детям останется. Как оцениваете ученых, которые занимаются математической физикой, теоретической физикой в Дубне работающих? Ну, я считаю, что здесь на высочайшем уровне. Это, собственно, мой учитель, один из учителей, так я вам сказал, академик Боголюбов, который, как известно, работал в основном, главным образом, в Дубне. И я считаю, что вот Дмитрий Васильевич Ширков здесь продолжает работать тоже. И, в общем, я считаю, что здесь на очень высоком уровне. И я всегда с удовольствием приезжаю в Дубну, не только для того, чтобы рассказать, но и чтобы послушать. Господин Наташа, вопрос такой. Нам сказали представители Франции, что вы стали одним из инициаторов того, чтобы привлечь Францию к проведению этого круглого стола. Так ли это и почему? Это очень просто, потому что наша тема этом году была границы математической физики. И я думаю о том, что в поводе
поле математики Франция и Россия являются, наверное, самыми большими страны мира. Я думаю, Италия тоже имеет долгую традицию по математике, но я думаю, никто может спорить, что Франция и Россия являются самыми лучшими мира. Поэтому это был очень, как можно говорить, натуральный, да, что по этому поводу Россия и Франция будут вместе в этом мероприятии. И тем более, что много русских ученых являются в данное время Франции. И тоже в Италии есть. Поэтому и отношения между итальянским обществом и французским обществом тоже очень тесны. Поэтому, я думаю, очень натуральное решение, что Франция, Италия и Россия сидят вместе здесь, и в центре треугольной есть Дубна. Вы всегда, то есть изначально, правильно, Италия, Россия, вот этот да. круглый стол проводила. Франция, безусловно, еще повысила и силу, и авторитет его, будем говорить да. так, и теперь он станет, возможно, будет привлекать еще больше. Вот ваша оценка вот этого вот мероприятия, этого круглого стола. Да, я думаю, на будущее, конечно, будут другие возможности делать опять что-нибудь такого. Сегодняшнее событие, тематику его, вот как вы оцениваете, насколько она важна, насколько перспективна? Очень интересно сегодня, это поскольку я понимаю, программа очень сильно касается по поводу интегрированной системы, которой большой отдел математической физики. Следующий день акцент будет больше на направление теории струна, и которой является эта теория современной теоретической физики, которая использует больше почти все области математики. 20 лет, насколько я понял, да, насколько я знаю, уже в Италии, в Триесте да. работаете. Ну, говорят, что интернациональная наука становится, да, она становится естественными путями такой, что вот русские ученые работают по всему миру, будем говорить так, или не совсем естественно? Наука всегда была в какой-то степени интернациональная. Но речь же не только о самой науке, а как она вот развивается, как, насколько налаженными являются контакты между учеными. Насколько часто, скажем, российские ученые имеют возможность поехать в ведущие научные центры в Европе, в Америке, в Азии, и наоборот приглашать ведущих ученых Запада там, или даже с Востока для повышения квалификации, так как это уж если говорить бюрократическим языком. Ну, попросту говоря, для того, чтобы читать лекции студентам, аспирантам. Вот для этого нужно, чтобы работали определенные структуры. То есть это не будет происходить само по себе. Хотя, конечно, сейчас в наше время контакты между учеными гораздо проще их наладить, потому что есть интернет, там скайп и так далее. Но этого мало. Прямые контакты, никакой интернет, никакой скайп не заменит. И вот об этом, вот для этого такие заседания, как вот такие конференции, как, которые здесь вот институт, Объединенный институт ядерных исследований организовал, являются исключительно важными. Как оцениваете тематику его и состав участников, вообще то, что он вообще проводится? Тематика, видите ли, здесь, как вы знаете, идея треугольника присутствует. Но идея треугольника, во-первых, то, что Франция, Италия и Россия,
Но есть и другой треугольник, а именно математика, физика, теоретическая физика. И, кроме того, как вы знаете, Дубна – это один из важнейших центров экспериментальной физики в России. Вот этот треугольник тоже очень важен, потому что взаимодействие между математикой и физикой является плодотворными и не только для физики, потому что математика что-то, мы математики что-то считаем для физики, но и для математики, потому что у физиков мы берем интересные задачи, интересные новые идеи, и вот на этом, собственно, это один из важных моментов. Вот этого мы ждем много вот этой конференции, в частности, чтобы вот дело пошло и для нас математиков тоже. А можно тогда спросить, уточнить, вот последняя интересная идея, которую вы взяли у физиков? Последняя интересная идея, я могу назвать вот идеи, которая вот, у физиков возникла, во-первых, в топологической теории поля и связь между топологической теорией поля и интегрируемой системами и геометрией пространства модуля рельефных поверхностей. Я понимаю, что для неспециалистов эти названия не очень много значат, но эта идея как мне кажется, является плодотворной вплоть до вычислительной математики, то есть когда вот для разработки новых алгоритмов для численного счета. Я как бы принадлежу научному сообществу в обеих странах, то, конечно, мне вдвойне приятно, что такая встреча организована. И я хотел бы, чтобы французская сторона как-то сделала в будущем свое присутствие в Дубне более официальным. Я буду только рад. У меня здесь много коллег, знакомых, соавторов по статьям, да и просто друзей. Я сюда приезжаю почти каждый год теперь, и, в общем, для меня это в творческом плане эти поездки меня очень обогащают. Тематика, да, вот этого круга у вас? Да, это тематика довольно разнообразная. Тут есть и математики, и физики, и математические физики, и феноменологи. Так что интересно просто взглянуть на весь круг проблем, которые решаются здесь, сопоставить с тем, что я знаю о Франции, о том, какие там тематики есть. Я думаю, что за этим сотрудничеством большое будущее. То есть это вот такое взаимообогащение, да? Да. Потому что уже да. Сегодня был высказан смысл, что ни интернет, ни скайп не заменят вот такого вот живого общения. Конечно. Да, это, конечно, дороже, чем скайп-конференции, но все равно по-прежнему все-таки личное общение гораздо важнее.